Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить мини-шоколадки с разными добавками. Поехали! Итак, для приготовления мини-шоколада нам понадобится всего лишь два ингредиента. Это белые шоколадные дропсы и молочные шоколадные дропсы. Растопим белые дропсы на водяной бане. У меня есть специальная форма для мини-шоколада. Обмазываем ее растительным маслом без запаха, тонким слоем. Туда вливаем наш будущий шоколад. Молочные шоколадные дропсы также растопим на водяной бане. Также вливаем в формочку. Украшаем мини-шоколад разнообразными посыпками. Отправляем мини-шоколад в холодильник на ночь. Прошла ночь, и мои шоколадки готовы. Посмотрите, получилась великолепная плиточка, глянцевая и очень приятная на ощупь. Эти три плиточки я решила окрасить кандурином. Кандурин – это такой золотой пищевой краситель.
Вот и одна из плиточек превратилась в золотой слиток. Такая красота у меня получилась. Вытаскиваем из формочки остальной шоколад. Вот плиточка с посыпкой. В итоге получается вот такой красивый домашний мини-шоколад. Друзья, вот и готовы мои мини-шоколадки. Посмотрите, какими необычными и красивыми они получились. Особенно маленькие слитки золота. Их можно использовать в оформлении тортиков и украшать десерты. А также можно просто попить чайком. Украшать свои мини-шоколадки вы можете на свой вкус. Всем спасибо за просмотр. Вкусно и просто. Приятного аппетита. Всем пока!